Всем привет, с вами снова славный Дружа Обломов. Сегодня мы будем готовить в такой штуке, которая называется казан. Но я прекрасно знаю, что рецептов плова в казане на ютубе огромное количество, поэтому мы будем готовить вот таких вот шикарных, уже чищенных креветочек, которых я только что разморозил. Само собой, они не вареные, они сырые. Ну и чтобы не быть голословным, само собой, мы будем готовить в казане, который присылал мне мой чудесный спонсор посудно-сковородно-кастрюлечный Биол. На самом деле в этом казане мы готовили еще в прошлом году. Огромное Биолу спасибо, ссылочка и промокод находятся в описании. Я думаю, дальше у нас будет и плов, но сегодня я хочу покушать креветочек. Будьте аккуратны, если вы только что купили казан, в нем сразу же готовить нельзя. По одной простой причине, у вас все будет к нему прилипать. Вы будете возмущаться и думать, эй, надо было покупать казан с каким-нибудь антипригарным покрытием. Но с антипригарным покрытием это уже не казан, это будет просто здоровенный вок. Поэтому, чтобы у вас к казану ничего не прилипало, а дальше прилипало все меньше и меньше, для этого нужно его грамотно обжечь. Как обжигать казан, посмотрите в интернете. А мы начинаем готовить в нашем уже обожженном казане, на котором есть слой, по факту, антипригарный. Это на самом деле никакой не тефлон, это просто пригоревшее масло. Но когда оно пригорает слой за слоем, то оно образует так называемый слой, который называется сизонинг, говоря по-американски. Вот, а по-православному просто антипригарный слой. Подбросим немножечко дровишек, я думаю, одной дровишки будет достаточно. У нас, кстати, прикольный вот такой вот мангал со специальной подставкой. Я уже говорил, что это Биол? Да, Биол, ссылка в описании, промокоды в описании, огромное им спасибо. Начинаем готовить, что же нам понадобится? Ну, само собой, это креветочки уже чищенные, это очень удобно, но одними креветками сыт не будешь. Ну, конечно, будешь, если ты богатый чувак и у тебя их целый килограмм, и ты их можешь вжало сожрать. Поэтому мы возьмем еще ряд овощей и, само собой, большое количество лука и чеснока. О, это, знаете, это как плов из креветок у нас получится. Только рис мы сварим отдельно, почти до готовности, и засыпем в последний момент. То есть у нас будет такой быстрый вариант быстрого плова с креветками. Кто-то скажет, готовь нормальный плов. Будет, но попозже. Казан разогревается, а мы начнем с лучка. Нарежем его достаточно толстенькими полукольцами. Вот такими вот. Потому что я хочу его хорошенечко обжарить. Вот так. Овощей я возьму столько же, сколько возьму по объему креветок, или даже больше, потому что и лук, и перец, так как они состоят почти на 100% из воды, очень сильно усядут. Вы можете брать любые овощи, просто идите на огород, то, что найдете, то и жарьте. Итак, добавляем нормально так оливыча. Вообще нормально так добавляем оливыча. Вы сами знаете, что будет дальше. Перец у нас пойдет, само собой, не сразу, потому что мы не хотим, чтобы он превратился в полную труху. Но он по-любому превратится в полную труху, но что уж тут поделаешь. Он у нас пойдет гораздо позже. И на старуху бывает проруха. Взял чуть-чуть, задел палец. Ножи такие острые, что мгновенно кровище начинает идти. Но ничего, переживем. Как-нибудь мы это переживем. Целую головку чеснока мы просто вот так вот подавим, чтобы он, извиняюсь за кровь, видите, блин, ножи острые, задел и вот такие дела. Мы подавим, берегите ваши руки, берегите ваши пальцы, чтобы не кровоточить, как я. Вот, слава богу, не сильно резанул. Извиняюсь, если вы боитесь вида крови, и она неприятного в кадре. Тут ничего не поделаешь. Казан у нас шикарный, поэтому, видите, к нему ничего не пригорает. Теперь берем чеснок и добавляем его. Половину просыпая по дороге, но это тоже нормально. Запах жареного лука с чесноком. Это то, что надо, друзья мои. Чеснок мы добавляем позже, потому что он быстро пригорает. Подождем еще немного. Вам, наверное, показалось, что мы в лук добавили достаточно дофига масла. В смысле, мы жарим на большом количестве масла. На самом деле, нифигашечки, потому что несколько луковиц, мелко порезанных, прекрасным образом все масло впитывают. Теперь подкидываем несколько полешек, чтобы огонь был сильнее. И начинаем закидывать все остальное. А тут вы можете добавлять любые соуса, которые хотите. Я добавлю, у меня есть соевый соус и у меня есть устричный соус. Можно добавлять рыбный соус или немножко уксуса, из специй я добавлю карри. Чисто для цвета. Я хочу, чтобы все было такое аппетитное и желтоватое. Но вы можете лить практически что угодно, а можете обойтись просто соевым соусом. Я добавлю еще немного маслица, потому что овощи его полностью впитали. Кину туда кусок сливочного маслица. Туда сейчас пойдут перцы. Главное, чтобы ничего не пригорало. Но у нас вок подготовленный, уже обожженный.
Я все время говорю «вок», на самом деле это небольшой казан. Снимать на природе сплошное удовольствие, потому что свет выставлять не нужно, все и так блестит и лоснится. Вот как надо. Можно жить, да? Можно. Ах, пахнет это божественно. Креветочки. Вот. Креветок у нас много, но мы готовим их недолго. Мы готовим их буквально 5 минут. Слушайте, как шкварчат, как шипят. Сейчас я вижу конкретно, сколько у меня еды. Когда я вижу, сколько еды, я могу немного ее присолить. Когда я не вижу, сколько... Так, пламя идет сюда, подвинем. Вот так, оба. Хорошо. Люблю я это дело. Я не знаю, чем вы занимаетесь, а я занимаюсь любимым делом, черт подери. Что может быть лучше огня и шкварчащих креветок? Ах. Так, отлично. Теперь добавляем. Креветки как бы готовы. Теперь добавляем устричный соус. Попробуем сначала. Вот так. Вот так, чуть-чуть, он достаточно мощный. Добавляем соевый соус. И нам нужно, чтобы все это устричным и соевым соусом как бы глазировалось. То есть нам нужно выпарить все это. Поэтому я и подкладывал дровины. Кстати, само собой, если бы тут была еще морковь или баклажаны или что-нибудь такое, никаких претензий. Я засыплю сюда вот так вот немного карри и рисец. Рисец мы сварили отдельно, чтобы не париться. Кстати, в чем прикол казана, в отличие от какого-нибудь антипригарного вока? Его невозможно поцарапать, там нет никакого антипригарного слоя. Поэтому можно мешать чем угодно, хоть вот такой стальной ложкой. Хоть шумовкой алюминиевой. А, все, сейчас чуть-чуть подогреется и готово. Да, кстати, по-правильному, ну не по-правильному, а как вообще было бы по-нормальному сделать, это было бы, само собой, почистить креветки, но они тут уже чищенные. Так, все, наверное, готово, отодвигаем. И отрезать им хвосты. Почему? Потому что это не закуска, которая берется за хвост, а я, дурак, забыл это сделать. Вы, если подаете блюдо, которое естся просто вилкой, отрубайте хвосты сразу, чтобы потом их вот так вот не выковыривать из зубов. Получается вот такое вот незамысловатое, но очень вкусное блюдо с креветочками. На самом деле, я бы даже не сказал, что это какой-то рецепт. Но это что-то типа быстрого блюда, если у вас есть пачка креветок, если у вас есть соевый соус и у вас есть какие-то овощи. Получается очень вкусно. Это как, знаете, плов с креветочками. Такой тушеный луково-чесночный. Я даже не знаю, стоило ли добавлять туда устричный соус, он дает какой-то аромат, но как бы если у вас его нет, то вообще не парьтесь. Соевый соус как бы делает свое дело. Можно добавить туда, например, вустерширского соуса, я же не спорю. Самое основное, что там есть карри, там есть лук, там есть чеснок, там есть соевый соус и, черт подери, там есть креветки. Ну и перчика мы добавили с солью. Важный момент, не переборщите с солью, потому что соевый соус сам по себе соленый. А с вами был славный Друже Обломов? Не, ну это нормально. Ну это как бы... Это нормально. Кушайте много, кушайте вкусно. Отдельная небольшая благодарность сайту bestmangal.ru, потому что биоловские казаны отлично вставляются в их вот эту подставку, которая шла в комплекте с мангалом. Что же такое биол, друзья мои? Биол — это то, на чем я готовлю уже 2 года подряд. Пока что ни одна сковородка, пока что ни один вок, пока что ни одна кастрюля не облупилась, не облезла. Пока что ни одну сковородку и ни одну кастрюлю я не выкинул. Вот вам крест. Кто хочет нормально готовить и покупать посуду за адекватные деньги, ссылочка находится в описании, там же есть промокодик на скидку. Вот, собственно, такой казан мне был привезен, мы в нем готовили еще в прошлом году, с ним ничего не стало, готовится отлично, ничего к нему не пригорает, несмотря на то, что в этом казане даже нет антипригарного слоя. Если ролик понравился, если б сожрал, как говорится, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну а если не понравилось, если не уютно, если не вкусно, ставьте дизлайки, все по-честному. Всем пока. Хорошо. Вот это хорошо. Всем удачного лета, чуваки. Это, безусловно, съедобно. Особенно на таком фоне. Рыбки любят рис. Красота. Ну и постскриптум. Помните, что главная приправа – это голод. Всем удачи.